Українська асоціація футболу. Ну, конечно, это большая честь для любого человека получить награду, правительственную награду. Я думаю, что это, наверное, все-таки престижно. Я думаю, ну, в первую очередь, конечно, радость. Спасибо большое за внимание. То, что президент наградил. Я думаю, что это все-таки популяризация спорта в целом. Я думаю, чем больше будем уделять спорту, тем, наверное, больше наша нация становится здоровее. Я пожелал бы не останавливаться на то, что ты выиграл чемпионат Украины, наверное, да, все-таки ставить более глобальные цели. Вот как, допустим, мы там, я, Шевченко, Белана выиграли золотой мяч, хотя мы играли в киевском «Динамо», и это уникальное достижение. Три игрока, играющие в киевском «Динамо», получили с одной команды золотой мяч. Поэтому ставить более глобальные цены, и не обязательно играть где-то за границей, можно и здесь добиваться целей. Поэтому останавливаться на то, что ты выиграл Кубок Украины или там чемпионат Украины, это очень мало. Надо больше, наверное, цену ставить. И второе, когда тебя оценивают, наверное, ты проиграл там какое-то время, ты заработал деньги. Но тот золотой мяч, он останется на века, я думаю, что вот это самое ценное. Українська асоціація футболу.